Ра-та-та-та, ра-та-тушеньки на ней. Хорошенький, зараза. Эй, Емельяныч, отпусти меня, я желание тебе исполню. О, нихера себе! Эге! Ты чё, волшебный? Говорящий! У тебя откуда звук-то вообще идёт? Любое желание, Емельян! Да ну! Нихера мне не надо! Ты вкусный, наверное, зараза, разговорить-то можешь! А. А. Всё у меня есть! Всё есть! Нихера мне от тебя не нужно! Желание, говоришь? Говорю, не ешь, Емельян, любое желание исполню. А чё одно-то? Во всех сказках вообще-то три бывает желания. Во всех сказках добрый молодец, а не алкаш бородатый. Подумай, Емельян, одно желание. Вот если бы 2 года назад перед выборами ты мне попался, я бы загадал, конечно. А сейчас просто. Курю окончилось. Ты мне сигарет-то тусанешь, нет? Лови! Ты кого творишь-то, курать? Чё? А, ты и так 2 желания закрысил, зараза такая. Мне пачка нужна. Ты просил сигарет, я исполнил. Давай, отпускай теперь, Емельян. Да, сейчас. Отпущу, конечно. Только вода маленько в озере нагреется. Настудишься. Ку-ку. Отпусти карася, Емельян! Немедленно отпусти его! Так ты замерз весь! Ты пройди ко мне за стол! По стопочке с тобой накатим! У меня огурчики, закусочка все есть, помидорчики, сигаретки! Как раз 2! Ты мне зубы не заговаривай! А чё сразу зубы-то? Я тебе как человек! Хлеб, соль, стопочку, чарочку сушить! Ты, наверное, из тех, которые с мужиками не пьют, да? С чего ты взял? Да кого ты пьешь-то? Так, наверное, помаленечку с девочками. Подкаблучник, скорее всего. Ха. Да ладно, ладно, давай выпьем. Я на самом деле еще тот выпивоха. Да ладно, давай. За... Кстати, как тебя там? Нептун? Морской владыка, что ли? Ну, типа того. Ну, давай, за знакомство. Ну, у меня тут случай был тоже. Девочку симпатичную привез к тебе. Сидим в джакузи сей, короче, плаваем. Плаваем, купаться она все. Херак, свет отключают. А пузырьки-то идут. Но она плавает в пузырьках, такая довольна. Емельян Степанович, откуда пузырьки-то идут? Света же нету. А я говорю, Нептун! Ну, Нептун, Шептун, ёпта! Чё, плеснём руку? Подожди, подожди, подожди! Давай договоримся, давай договоримся. Ну вот, по-человече заговорил, а то залетел, разорался. Ну не по-людски это, Нептуха. Так, для начала сигарет пачку мне верни, которую твой засранец не додал. Хорошо, но мне посох нужен. Нормально, я не против, 2 пачки тоже пойдет. Подожди, не делай так больше. Хорошо, но карась остается со мной. Хоть режь, хоть убей, не могу так с карасем. Ах так! Стой! Хотя бы другого выпусти, а то пацаны не поймут. Ну вот! Ха-ха, Нептуха, это по-нашему. О! Ха-ха. Да на, подавися. Блин, Емельян! Может, тоже искупаться, а? Отпусти карася, Емельян! О, ёпта! Так я отпустил! Тут же Нептуха был, мы с ним все порешали! Со мной это не пройдет, Емельян!
Отпускай карася по-добру, по-здорову. Ой, ну что ты начал-то сразу? Я два раза повторять не буду! Ух ты! А ты в курсе? Не птуха-то мне своим посохом поиграться давал. Не может быть! Да я тебе говорю, я хоть раз тебя обманывал? Ну пойдем, вот я тебе расскажу. Ну-ка расскажи-ка мне, расскажи. Старший лейтенант Сергей Жигунов, ваши документы, пожалуйста. Сынок, а что приключилось-то? Чего поручители нужны? А я какой поручитель-то? Я пенсионер. Давай, мне некогда, но пока. О чем вы говорите? Гражданин, ваши документы. Да какие документы? Ты столько мне привязался-то? Оборотень! Псих какой-то ты!